Азербайджан поддерживает политику одного Китая. С таким заявлением выступил президент страны Ильхам Алиев. По его словам, республика всегда поддерживала и будет поддерживать принципы территориальной целостности и политику воссоединения Китая. Эта политика была сформулирована много лет назад, неоднократно подтверждалась и остается абсолютно неизменной. И я никогда не изменю ей, так как Китай для нас является дружественной страной. Кроме того, мы поддерживаем законы и принципы международного права. А международное право нельзя рассматривать избирательно. Страны, которые демонстрируют избирательный подход к международному праву, будут только терять свою репутацию, подчеркнул Ильхам Алиев. Принцип территориальной целостности является основным принципом международного права, а самоопределение народов не должно противоречить территориальной целостности. Это базовые принципы, подчеркнул политик и выразил надежду на то, что западные правительства также будут придерживаться этой позиции.